муж второго ребенка, но он фактически сделал без согласования со мной. Ты не присутствовала? Да. В общем, мой муж специально в меня... Я просто не решилась на аборт. Я чувствовала предательство мужа, потому что я не справлялась с первым ребенком, а тут у меня второй ребенок. Я вообще не воспринимала этого ребенка. Мне было безумно больно за эту девочку, потому что ребенок, он должен быть желанным, он должен быть планированным. Когда она родилась, стало все еще сложнее. Ну, был конкретный буллинг со стороны свекрови, что я не справляюсь, поэтому у меня дома не убрано. Может, человек хотел просто вразумить ее, потому что Диана реально... У меня после рождения Сони началась сильная депрессия с желанием покончить жизнь самоубийством. У меня было чувство беспомощности. Мне казалось, что я связана по рукам и ногам, закрыта в подвале. Я не могу никуда выйти. У меня не было поддержки. Мне хотелось просто кричать. Я это все конкретно психологически не вывозила. Их было двое, разрывалось. И в один день я звонила маме, я говорю: мам, я стою на 12 этаже, я на руках двое детей. Я говорю, я не хочу жить. Я ей позвонила в 12 часов ночи, и в 7 утра она уже села в поезд, взяла только халат и тапочки и приехала. Она нам стирала, готовила. Меня настолько вот просто разрывало по кусочкам. Тогда я начала вести блог. Тогда я начала проходить курсы, на которых мне рассказывали про личные границы, про то, что есть мои желания и есть навязанные желания. То есть, когда я писала первый список желаний, я писала: я хочу стать хорошей хозяйкой. А потом нам объяснили, что чужие желания делают тебя несчастной. Диана хочет, чтобы ее услышали, поэтому она бежит в этот мир Инстаграма, чтобы хоть где-то избавиться от этого груза, от этой боли, которую она носит все время с собой. В ближайшее время я не хочу детей. Я взяла уже все в свои руки, я поставила спираль.